инспектор Эллиот Свон, 15 ноября 2145 года. Весь комплекс превратился в бойню. Потери среди гражданского персонала более 90%. Не знаю, какие силы Бетругер спустил с цепи, но они в буквальном смысле пожирают базу. Люди превратились в какую-то злобную нежить. Мы должны предотвратить любую попытку связаться с внешним миром. Если с базы подадут сигнал бедствия, Земля обречена. Доктор Мартин Шульц, 7 августа 2145 года. Необходимо изменить процедуру работы телепортеров, чтобы быть уверенными, что система не включится, пока не будут правильно установлены все телепортационные маяки. Сегодня в первой камере произошел несчастный случай. Погибла Сьюзан, наша любимая лабораторная обезьянка. Она прыгнула на платформу во время настройки. Произошло короткое замыкание, система включилась, и Сьюзан разрезала пополам. Верхняя часть ее тела появилась в точке выброса, а нижние конечности остались на платформе. Не понимаю. Научный сотрудник Саймон Гарлик, 8 августа 2145 года. Я, похоже, потерялся. Не знаю как, но остался один. Здесь все так. Здесь может быть все, что угодно. Я собирал образцы, обернулся, никого нет. Вот стою, поворачиваюсь, и никого. По радио никто не отвечает. Они как будто испарились. Только инструменты валяются и всякие мелочи. Как будто они вдруг бросили работу на середине и исчезли. Здесь не наш мир. Тут нельзя верить ни глазам, ни чувству времени. Надеюсь, они просто перешли в другой сектор и ждут меня там. Я отправляюсь на поиски. Саймон Гарлик, конец записи. Научный сотрудник Саймон Гарлик, 10 августа 2145 года. Прошло двое суток с тех пор, как я последний раз видел наших. Не знаю, как мне удалось протянуть так долго. И как я вообще остался в живых, их просто порвали в клочья. Это демоны, другого слова не подберу. Никогда не видел, чтобы такая здоровенная туша двигалась с такой скоростью. Господи, куда же мы попали? Зубы. Так и стоят у меня перед глазами. Зубы и звуки неописуемые. Не сомневаюсь. Рано или поздно они меня найдут. Играют со мной, наверное. Отпускают побегать, как кошка мышку. Иногда я вижу их во тьме. Зачем они меня дразнят? Не знаю, сколько я еще протяну. Я стреляю по теням и каждую секунду чувствую, как эти твари подбираются все ближе. Зачем мы только... Генеральный инспектор Эллиот Свон, 15 ноября 2145 года. Весь комплекс превратился в бойню. Потери среди гражданского персонала более 90%. Не знаю, какие силы Бетругер спустил с цепи, но они в буквальном смысле пожирают базу. Люди превратились в какую-то злобную нежить. Мы должны предотвратить любую попытку связаться с внешним миром. Если с базы подадут сигнал бедствия, Земля обречена. Генеральный инспектор Эллиот Свон, 16 ноября 2145 года. Мы с Кэмпбеллом не смогли добраться до главного портала в комплексе Дельта, но сделали гораздо более страшное открытие. Мы нашли упоминание о другом портале, созданном самими демонами. Они открыли проход между Адом и Марсом. Мы подозреваем, что он находится в пещерах неподалеку от места археологических раскопок. Мы с Кэмпбеллом попробуем добраться до портала и либо закрыть, либо уничтожить его. Эту дыру необходимо заткнуть, прежде чем прибудет флот.
Аудиозапись техника лаборатории Дельта Чарли Хаскела. 23 сентября 2145 года. Мы добились большого успеха в увеличении дальности третьей камеры Дельта. Мы всю ночь вели расчеты и полагаем, что после внесения незначительных изменений камера сможет охватить весь комплекс Дельта. После недавних изменений расписания получить машинное время стало практически невозможно. Компьютеры загружены полностью на протяжении нескольких дней подряд. Как мы понимаем, лаборатория А наконец получила системы NREX-6809. В связи с этим официально прошу выделить нам 2 часа машинного времени для проверки наших последних формул. Чем скорее, тем лучше. Конец записи.
найти его. Его надо найти. Мой БФГ, он забрал его. Я убил ничтожного телохранителя. Теперь я убью тебя. Thank you.
Самое совершенное оружие за всю историю человеческой расы. ПФГ-9000. Огневая мощь этой полностью автономной переносной огневой платформы не поддается описанию. В ПФГ-9000 использована интеллектуальная система распознавания «свой-чужой». Каждый заряд содержит миниатюрный, но очень мощный компьютер, который выполняет наведение и направляет по каждому лучу дополнительный удар, направленный на ослабление цели перед детонацией. Детонация заряда производит опустошительный эффект. В радиусе 15 метров не выживет ни один противник. ПФГ-9000 не рекомендуется использовать для боя на короткой дистанции, но на открытой местности или при необходимости поразить сразу несколько целей лучшего оружия не найти. Защита от противника вооруженного ПФГ только одна – огонь из порохового оружия. Если заряд будет уничтожен до взрыва, процессор не сможет запустить финальную термоядерную реакцию, и детонация будет неполной. За более подробной информацией об этом оружии обращайтесь в отдел новейшего оружия UAC.